Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Да я совсем расслабился, за давно трансляцию не делал, забыл про свою широкоугольную линзу, которую постоянно брал с собой, и про селфи-палку, которая облегчала жизнь. Смотрите, какие крутые, такие портовые. Я сейчас пойду по мосту, перейду в район, где такие прикольные эти домишки стоят. Там прогуляюсь и немножко потом поеду в центр на Ватерло или там на это, как это называют, какой там центр, это корабль, да, корабль, отель, в нем можно жить, а я иду туда, на ту сторону. Сейчас мост, видите какой? Мне надо будет подняться наверх, чтобы пройти по нему, потому что под ним корабли проплывают. Такой вот Лондон. Мне кажется, круто здесь, что-то уютненько, так тихо, народу немного. Сейчас посмотрим. Ну да, этот, тут лифт есть, ну ладно, я пойду пешком. Где люди? Не знаю, никого нет. Это район такой. Тут мало народу. Почем симка? Симку я купил за 2500. Если в рублях. Оператор называется Лайка Мобайл. Не знаю, что это. Арбитраж трафика интересует. Но что-то пока не очень. Привет, Бишкек. Так, чувак, у нас нельзя материться. Ты этого не знал. О, я почти одновременно поднялся с лифтом. Надолго в Лондон? На 8 дней. 5 бот какие-то набежали. Сейчас вам происходит. О, чувак танцует. Исполняет. Вот такой вот у нас тут видос. Видок, я хочу вот в этом портал прогуляться. Такие домики аутентичные. Я с ними буквально буду. Не Таиланд. Для этого взял с собой GoPro, чтобы пофоткаться. Думаю, что телефон у меня здесь не отожмет. Привет. Блин, хочу пофоткаться здесь. Сори, чуваки. Не увидите мой район. Просто мне кажется, это офигенно. Видите, какие экраны? Очень так это получится колоритное фото. И корабль сзади. Вот, сейчас GoPro куда-нибудь засуну наверх. Туда вот. И отсюда. Да тут заклепаться своим арбитражом трафика, честно говоря. Блин, никак не отношусь. Неинтересен он мне. Не, ветер очень теплый. Ветер очень теплый. Я снял дом. Вот этот вот. Сейчас только что сбоку вот здесь смотрели.
такой вот Лондон. Здесь вот люди живут. Прикольно, да? Я бы тоже хотел вот такой вот видок, когда у тебя не просто пол стены, а вообще там, блин, до потолка окна. Мне кажется, прикольные такие экраны из окон. Ну да, вот такой вот райончик. Здесь еще что-то строится, пустырь. Здесь у нас завтра будет мероприятие вот в этом здании. Пока солнце не зашло, сделаю пару фоток. Смотрите, какую куртку взялась, прикольно. Типа супер. Отсюда не видно, ладно вообще. Я пофоткаюсь, потом, может быть, выйду в эфир снова. Первый раз, да, в УК, в UK. В общем, все. Смотрите, как круто получится. Типа, hi. London. Ладно, все. Пока. Рекоуин, посмотри, сколько стоит в сумме.